Привет, друзья, меня зовут Олег Бакалов, и у нас с вами сегодня рунический прогноз на ноябрь. Сейчас вам нужно сосредоточиться на себе. На себе, своей жизни. Представьте, что у вас впереди целый месяц, месяц ноябрь. Вот сосредоточьтесь на этом, как будто бы отрывки времени внутри. Вам что-то предстоит. Сосредоточьтесь на этом. И теперь мы словно задаем внутри себя вопрос, на что обратить внимание, что мне поможет, что будет важно для меня в этом месяце. И выберите одну из четырех рун, которые я заботливо приготовил для вас. Я подожду минутку. Выбрали? Ну что ж, давайте посмотрим, что руны советуют вам в ноябре. Если вы выбрали руну номер один, ну или номер какой-то, вы выбрали руну Беркана. Это руна про расширение. Это руна про проживание. И когда мы видим руну Беркана, это совет смотреть шире, выходить за пределы собственных границ. Обычно мы смотрим на то, что нас ограничивает. Ой, это может не получиться потому-то и потому-то. Ой, вот это тоже может не получиться. То есть мы смотрим на препятствия. Руна Беркана учит проживать, принимать, проходить сквозь препятствия, расширяться. Представьте, что сила этой руны как вода, вышедшая из берегов в полноводье. Также это руна женственности, руна принятия. Поэтому, если вы выбрали эту руну, постарайтесь быть мягче. Постарайтесь принимать проявления других людей, ситуации, которые происходят в вашей жизни. А также обратите внимание на собственные ограничения. Старайтесь проходить сквозь них, действовать несмотря на ограничения. Если вы выбрали руну номер два, это руна Тейвас. Руна Тейвас – это руна мужская, мужской силы, руна воина. У нас так интересно, первая руна выпала Беркана, руна женская, а вторая руна Тейвас, руна мужская. И руна Тейвас советует нам иметь цель, советует нам направиться куда-то. Представьте, что руна Тейвас говорит нам о том, что есть нечто большее, что важно. Например, ваша жизненная цель, ваше предназначение или просто любые ваши жизненные цели. Руна Тейвас – это про направленность, не про сидение на месте. Руна Тейвас – это про движение прямо к цели, несмотря ни на что. Цель оправдывает средства. Это про руну Тейвас. Если вы выбрали эту руну, сосредоточьтесь на своих целях. Помните, что это нечто важное. Видьте это как маяк вдалеке своей жизни, следуйте за этим. Если же у вас нет какой-то большой цели, нет мета-цели, постарайтесь найти, постарайтесь уделить этому время. Если вы выбрали руну номер три, вы выбрали руну Ера. И руна Ера — это про развитие по спирали, про циклы. Да, вот у нас есть с вами 4 сезона в году. В следующем году снова 4 сезона. В какие-то сезоны у нас растения растут, в какие-то созревают, мы собираем урожай. И руна Ера про это, про цикличность, про рутину, про доведение до результата чего бы то ни было. То есть руна Ера – это урожай, к которому мы приходим. И если вам выпала руна Ера, обратите внимание в первую очередь на рутину. Руна Ера придает импульс движения. То есть, если вам выпала руна Ера, значит, вы делаете что-то, что может привести к результату. Точнее, точно приведет к результату. И руна Ера советует вам не бросать это, продолжать прилагать усилия, делать снова и снова, не прекращать. Это руна Ера. Помните, что в конце всегда урожай. Если вы выбрали руну номер 4, вы выбрали руну Дагас. Руна Дагас про многовариантность, про свободу, про ответственность. Если вы выбрали руну Дагас, пестуйте внутреннюю свободу. Напоминайте себе, что вариантов выбора всегда больше, чем те, которых мы выбираем. Нам обычно привычно вот есть либо так, логика или-или. Руна Дагас предлагает посмотреть шире. Задумайтесь, что начиная с текущего момента может произойти абсолютно все, что угодно. Начиная с текущего момента вы можете сделать все, что угодно, если готовы принять ответственность. Руна Дагас — это словно крылья, которые вырастают у нас и позволяют нам быть легкими, позволяют нам легко выбирать. Если вы выбрали эту руну, в каждой точке выбора напоминайте себе, что есть еще какие-то выборы, которые я не вижу. Всегда настраивайтесь на внутреннюю свободу, свободу выбора, всю ответственность за свой выбор и многовариантность, что все, что только может произойти, происходит постоянно. Остается только это выбрать. Такие руны выпали у нас на ноябрь месяц. Интересный расклад, я вам скажу. Встретимся с вами через месяц и посмотрим,
что выпадет на декабрь.